В октябре в Севастополе впервые прошла военно-патриотическая акция Первого канала «Первый на флоте». В гости к севастопольцам приехали известные телеведущие, актеры, спортсмены. Они посетили базу Черноморского флота, приняли участие во многих мероприятиях, в том числе и в грандиозном гала-концерте. В рамках этой благотворительной акции прошел товарищеский матч по футболу между сборными Первого канала и Черноморского флота. Зрители с большим воодушевлением поддерживали футболистов обеих команд, которые показывали зрелищную и, главное, богатую на забитые голы игру. Основное время закончилось ничейным счетом 4-4. Все решила серия пенальти. Итоговый счет матча 7-5 в пользу команды гостей, которой был вручен почетный кубок. По мнению зрителей, товарищеский матч по футболу между звездами Первого канала и сборной командой флота стал ярким спортивным событием и способствовал укреплению связи между Москвой, Севастополем и Черноморским флотом.